28 боев, 11 побед, включая 8 побед нокаутом, 16 поражений при одной ничье. Чемпион IWGP в тяжелом весе, чемпион K1 World Grand Prix 2005, участник турниров Pride FC, Strike Force и 3, представляющий Team Beast из Сиэтла, Вашингтон, Соединенные Штаты Америки. Рост 193 сантиметра, вес 121,3 килограмма. Профессиональный рекорд 27 боев, 21 победа, включая 13 побед нокаутов, 5 сдачи, 3 решения, 6 поражений. Трехкратный чемпион мира по боевому самбо, пятикратный чемпион России по боевому самбо, участник победительных турниров Pride, Bottom Fight и M1. Дамы и господа, представляющий команду АЕ-ТИМ из Москвы, Россия, встречайте, Александр Микелета! Дождались. Возвращение Александра Емельяненко именно под такой вывеской будет проходить этот бой с боевым сапом. Вопрос по выбору соперников все-таки это больше к организаторам, но возвращение Александра — это само по себе событие, на которое стоило бы прийти. Боб Сап, человек, который ничего не выигрывал с 2010 года, высший американский футболист, понятно, что были бои с Нагейрой, были бои с Эрнестом Хустом. Было. С чем подошел сейчас? Мотивация должна быть. Если он сейчас сумеет справиться с Александром Емельяненко, ну, честь ему и хвала. Верю я в это лично или нет? Лично я не очень в это верю. Александр Емельяненко. После всех историй, предшествовавших его уходу из большого спорта, сейчас Александр версия 2.0 должен показывать бой. Должен показывать результат. Вне всякого сомнения, мы ждем от Александра только победы. Сап побежал охотиться куда-то в направлении ног. И все-таки, несмотря на все расклады, 154 килограмма, это 154 килограмма. Человеку достаточно в партере попросту лечь сверху. Александр, безусловно, его превосходит в ударной технике, уступая в весе залпа, но при этом... по Сапущу надо попасть. Я думаю, что попадет. Рано или поздно. Вопрос, когда. В каком раунде это случится. Формат 3 по 5. Сап довольно уверенно огрызается. Ушел в защиту. Добивание. В принципе, пассивная защита. Все, можно останавливать бой. Да. Ну, как-то все. Те, кто говорили, что поединок закончится примерно так... были, в общем-то, наверное, правы. Очень обидно. Честно, легкое недоумение. Возвращение и реванш – это то, на что приходит всегда и с удовольствием. Считать подобный поединок возвращением с точки зрения де юре – да. Де факто. Судите сами, дорогие друзья, здесь по-другому не скажешь. Боб Сап упал.